Использовать технологию блокчейн для создания реестра строительных договоров планируют в Беларуси. Как сообщил директор Национального кадастрового агентства Андрей Филипенко, реестр на блокчейне сможет обеспечить прозрачный и надежный учет договоров в строительстве на основе долевого участия. Юридические гарантии договоров дополнятся гарантией, которую обеспечивает природа блокчейн-технологии. Застройщики смогут контролировать процессы продажи квартир, например, чтобы ни одна квартира не была продана несколько раз. Таким образом, новый реестр на блокчейне повышает доверие к инвестированию в недвижимость. Разработка действующего прототипа реестра уже началась.